Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В праздник Святой Пасхи мы несем добро в каждую семью. Пекарни «Добропек». Многочисленные полицейские патрули, особенно в центре Курска, останавливают прохожих и проводят с ними профилактические беседы на предмет соблюдения режима самоизоляции. За то, что без маски я не хожу, а я с маской хожу. Штраф выписали или только предупредили пока? Предупредили. Предупредили, побеседовали, чтоб не покидали дома. Ну, а без уважительной причины. Кого останавливаете? Какие группы? Те, кто без масок? Ну... Стараемся пожилых. Они больше подвержены распространению, заражению. Стоит отметить, что к штрафам стражи порядка прибегают в крайних случаях. Люди оштрафованы за несоблюдение. Так, нет. Так, просто предупреждение. Мы просто сейчас провели инструктаж. Меж тем, впереди выходные и праздник Пасхи. Представители духовенства настоятельно рекомендовали православным оставаться дома и воздержаться от посещения церкви и кладбищ. Многие куряне обещали прислушаться к рекомендациям по безопасности. Но так ли это окажется на самом деле, узнаем и расскажем уже послезавтра. Скажите, пожалуйста, как вы Пасху будете отмечать? Дома. А почему решили дома остаться? Потому что сейчас такая обстановка. С мужем вдвоем. Больше делать ничего не остается. На кладбище или церковь не пойдете? Нет, конечно. Я понимаю, какая сейчас ситуация сложилась. Как Пасху отмечать будете? Пойдете на кладбище или церковь? Не пойду я никуда. Дома буду сидеть. Вы пойдете на кладбище в воскресенье? Нет. Здравствуйте. Без комментариев. Воскресенье. Уезжаем в деревню. У нас там 3 человека осталось, но мой домик есть. И там проведем все время. Все воскресенье. А будете посещать кладбище? Да. А то, что это место, где будет очень много людей собираться? Я не думаю там много, потому что я уже связалась с некоторыми односельчанами, очень мало кто собирается приезжать. То есть сельское кладбище, оно, ну, пропадет? Да, да, да. Ну, в общем-то, ну, двое-трое встретимся, может быть, поговорим вот так вот. Здравствуйте. А я не собираюсь идти никуда. Ну, как вы отметите? Встретите дома, да? Конечно, дома. Дома, только дома. Буду дома, дома буду. Да, дома буду. Сказали не ходить, буду дома. Простите, я опаздываю. Нет, нет. В праздник Святой Пасхи мы несем добро в каждую семью. Пекарни «Добропек». Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.